За 4,5 года вашего губернаторства совершенно очевидно произошли положительные сдвиги, и динамика набрана хорошая. Владимир Сергеевич, тем не менее, просит использовать его на другой работе в связи с семейными обстоятельствами. Ребенок родился, я вас поздравляю. Поближе к Москве. Владимир Сергеевич, москвич. Безусловно, мы уже говорили об этом. Такую работу найдем в соответствии с вашими пожеланиями и уровнем квалификации. Хочу сказать честно, что благодаря вашей поддержке, поддержке федерального правительства, нам удалось достичь тех результатов, которые есть. И, конечно же, благодаря трудолюбивым жителям Тульской области, потому что все богатство, которое есть в области, это создается их руками. Алексея Геннадьевича Демина будем просить исполнять обязанности вплоть до выборов губернатора города Тула. Да и Тульская область – это кузница нашего оружия. Вы исполняли обязанности начальника штаба сухопутных войск. Понятно, насколько важна эта составляющая. Поэтому рассчитываю, что вы используете тоже все свои знания, опыт на новом месте работы. Вопросы, на которые буду ставить внимание, значит, это экономическая сфера. И, естественно, те вопросы, которые связаны с мощнейшей оборонно-промышленным комплексом, который представляет данный регион. Будем работать, конечно. Хорошо. Бюджетная обеспеченность достаточно высокая, 93%. Тем не менее, это дотационный регион, и нужно выстроить отношения с соответствующими ведомствами правительства Российской Федерации. И несмотря на то, что есть определенные положительные сдвиги в демографии, нужно добиться все-таки перелома ситуации, и нужно добиться того, чтобы в Тульской области был естественный прирост населения. Ну и естественно, само собой разумеется, экономика, социальная сфера. Нужно ничего не растерять, а наоборот нарастить то, что уже в Тульской области сделано за последнее время.